Скажіть, ви от проголосували не персонально. Чому? Ви порушили Конституцію та регламент. Не, ну дело в том, что как это персонально или не персонально. Если человек, например, отключился где-то на минуту по своим делам, идет важное голосование. Соответственно, здесь возникает ряд вопросов, которые нельзя упустить. Но будем работать над этим. Надо, чтобы все депутаты были в зале. Ну, вы знаете, что вы порушили Конституцию? Що ви порушник? Ви знаєте про це? Ні, я Конституцію не нарушав. Ви проголосували не персонально. Ну, давайте ми не будемо на цю тему.